Приветствую вас. Нет, ну, знаете как, вот. У вас, извините, если вам это будет неприятно, у вас такой вопрос несколько с подвохом, да? Правда ли все так страшно, или это у меня гормоны шалят? То есть, ну, если вы считаете, что то, что молодой человек сделал для вас неприемлемым, значит, это... значит, это значимо и важно. А если вы, например, ну, по той или иной причине считаете, что это не так важно, да, и, в общем-то, есть вещи важнее, повторюсь, если вы сами так считаете, то это уже немножко другая история. Вообще, конечно, вот что стоит совершенно точно выделить в этой ситуации, это то, что, ну, с вашими отношениями все так гладко. Вот. То есть некоторые вещи, которые, ну, скажем так, смущают, да? Вот. То есть, ну... Например, смущает, что вы готовы, значит, к семье человеком. То есть вы готовы создать семью, да, но как бы, значит, семью создать. Вы готовы, вот. Но ощущение, что сам человек вам важен, сам человек вам нужен. Ну, такого ощущения у меня, по крайней мере, не возникло. Вот. Я могу, конечно, чего-то не понимать, я могу не отдавать себе отчет, безусловно, в чем-то. И если вы скажете, что нет, я там на самом деле, там, грубо говоря, ну, на самом деле я его люблю, да, и все, то я не буду с вами спорить, соглашусь, но мне кажется, что на первый план вы выставляете что-то вроде именно вот, ну, какую-то семейную историю. На первый план вы выставляете это. Хотя я могу ошибаться, безусловно. Это первый момент. Второй момент — это то, что если я правильно вас понял, вы сами не готовы к ребенку. Если я правильно вас понял. Вот. То есть, ну, вам... самой вам ребенок так не нужен, то есть вы пытались что-то сделать. Вы растворялись в человеке по факту. Получается. Вот. Ну, это, опять же, вопрос к вам. Да, что вами двигало, чем вы там, условно говоря, руководствовались, когда вот в этом направлении, двигались, когда вы, значит, направляли вот свою активность в этом направлении. Вот. Сейчас вам, ну, понятно, что тяжело, да. Ну,
то есть это вот мне кажется, ну да, это достаточно серьезная, может быть, проблема, да, потому что вы вот сами по жизни в себе можете не быть уверены. Вот. То есть это, конечно, сложно здесь. Для вас это может быть сложно. Так что тут не все так очевидно. На первый взгляд. Дальше. Нарушение личных границ имело место быть, когда вы заглянули в телефон человека. Вот. То есть, опять же, поймите правильно, я вас не обвиняю, я не говорю, что какая вы, значит, плохая, что так поступили. Вот. Нет, я понимаю. Значит, почему вы могли так сделать, но в данном конкретном случае меня интересует постольку-поскольку, да, в данном случае. Вот. Вот как бы такой аспект, такой момент. Это важно на самом деле. Это важный момент. Вот. Дальше идем. Значит, так, он изъявил желание спать с другими, я решил сразу от него уйти, там, где есть желание, обязательно будет и действие. Нет, почему? Почему? Нет. Желание и действие далеко не одно и то же. Так, ведь он не могу смотреть на него, тем более разговаривать, тут он не видит вот с этим ничего плохого. Ну вот видите, да, у вас как бы есть здесь момент такой, что вы вот хотите обвинить человека, да, то есть как бы, ну, вы хотите, чтобы человек как-то, ну, признал свою вину, да, вот, и, соответственно, для чего вам это нужно, опять. Вот. То есть вы не можете на него смотреть и так далее. Это ваша реакция, и она, это ваша реакция, ну, связана с чем-то. То есть, либо оправдались ваши ожидания, либо вас это очень сильно задело, либо вы теперь пребываете, ну в каком-то вот определенном страхе за, там, грубо говоря, свою жизнь, страхе за, ну, за то, что с вами будет, ну, дальше, вот. Если вы понимаете, что я имею в виду. А то есть как бы неопределенность вот эта вот может быть пугает вас. То есть, ну, тут разные могут быть варианты, но суть в том, что вы не можете на него смотреть. У вас именно отвращение. Это, конечно, определенная реакция. Вот.
как бы нужно понимать, что вот появление третьих лиц, да, всегда чем-то обусловлено. То есть это не какая-то такая история, которая просто взяла, да, сама собой появилась. Вот. Это история, которая, ну, которую вы сами, то есть тоже внесли вклад. Вот. Ну, хотите вы этого или нет. Так как бы. Вот. То есть вы внесли вклад в это. Так или иначе. И нужно посмотреть, что это за вклад. Согласны ли вы с этим вкладом, да, то есть как бы, может быть, вы там, ну, можете при желании, допустим, что-то изменить, да? Ну, при желании, повторюсь, при желании. Что это все зависит от, в данном случае от вас. Вот. Значит, что касается сомнений, то ваши страхи нужно поисследовать, да? Вот, посмотреть, поисследовать, если вы, допустим, ну, если вы не готовы, например, становиться мамой, допустим, то, ну, правильно делать, что себя не заставляет это делать, не надо, не, ну, как бы, не нужно, действительно, не нужно себя заставлять. Но если вы в чем-то сомневаетесь, то лучше, наверное, все-таки, ну, поисследовать этот момент. Да? То есть как бы, ну, в чем именно вы сомневаетесь, допустим, себе. Ну, например. В чем именно вы сомневаетесь? Что вызывает у вас сомнения, допустим. Вот, и так далее. То есть это будет ну, такие достаточно важные моменты, на мой взгляд. Вот. Поэтому с этим можно и нужно разбираться. Вот. Вот, в принципе, наверное, все, что я хотел сказать вам. На этом все. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена.